В среднюю ракету и в тяжелую ракету. Собирай воду. Гора ракеты в Сахару. Естественно, это на северной стороне. Это военный космос. Порог был... Коль, скажи, и пилотируемые, и спутники, да. Может. Это ракетоносители. Здесь выгружается, собирается все механически. И непосредственно сам ракетоноситель. Мы предлагаем использовать космодром Байконур вместе с нашими казахскими друзьями из Казахстана. Байконур... А это средний. Запускать тяжелые космические аппараты, в том числе и пилотируемые аппараты, в том числе и на Луну. Здесь все российское. Здесь холодно. Она наезжает на стартовый комплекс. Да. Да. Вот сюда подъезжает. Там да, еще есть одни ворота, они раскрываются. Стоит на стартовом столе. Она висит. Да, она висит. Вот и... на этих, она висит. И вот это называется верхний силовой пояс. Держит ракету. Когда ракету устанавливают, тогда ее поднимают для обслуживания двигательных установок. Да, огонь сюда. И вот основной пульт, вот этот, вот где ключ пуска. Мы сейчас... Вот этот ключ повернули, за час 33 до пуска, и в автоматическом режиме... 3200 метров. Это как катена. Ауэр сарабан, да? То, что мы начали производить.